Так, это Азерянская церковь на Холодной горе. Это Полтавский шлях. 6 апреля 2019 года. В Харькове. Покровский собор. Наиболее древнее каменное здание Харькова. В 1689 что ли года постройки Покровский собор, а это Благовещенский 1905 по-моему года постройки. Классная погода в Харькове, как для 6 апреля, учитывая, что позапрошлом году, 19 апреля, было минус 6, и выпал снег на цветущие абрикосы, поломал деревья. Так, там сквер-стрелка. Велосипедист Раптом Знык. Да, давненько меня сюда не заносило. Пришлось приехать в БТИ. БТИ старый. Оригинал. Выглядит вот таким образом. А ну вон красавец какой. Так, площадь, которая была Роза Люксембург, а теперь Павловская, по-моему. Ёлки-макарки. А куда же эту площадку дели? Тут же памятник стоял. Мама родная, да сколько же меня тут не было. Ну, памятник-то давно снесли. Он висит циферблат с ценами на валюту. В прошлый раз я к нему приближался, он с 27.05 упал до 26.95. В этот раз это что-то не работает, к сожалению. Сейчас посмотрим дом со шпилем. И говорят, его там шпиль этот реконструируют. Посмотрим, в каком он состоянии. Тут все по местному, все рядышком. Ну, Успенский собор. Не на месте шпиль. В прошлый раз на нем были какие-то надписи нецензурные, граффити. Все-таки что-то поменялось, что-то с него сняли. Ну лады, пошел я в БТИ.